помощница, стиральная машинка. И, о чудо, я нашла номер. Совершенно случайно подруга мне подсказала номер скорой помощи по ремонту стиральных машин. Скорая помощь в виде Михаила примчалась к нам на следующий день. И ура, ура, ура! Наша машинка работает! Оставил, конечно, небольшие потертости. Но это все убирается тряпочкой. У него очень много заказов. Убежал очень быстро. 15 минут работы, и моя помощница снова в деле.